Короче, я сам ничего не понял. Ладно, ребят. Камон. Все, мы выпили. Ну, это изи было. Это вот это изи было. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова, как всегда, я Жабка, вы на моем канале, и это новенький видосик специально для вас, алло, для вас. Короче, что у нас происходит, там вышло много всего событий, короче, в игре, тут будет небольшая вставка, где я должен подарить приз моему подписчику. Ну что ж, ребят, пора подвести итоги, в общем, Гидра, огненный мотоцикл, мы в прошлом ролике разыгрывали, ну и кто же его получит? Я решил, что это будет Яша, потому что он в топе, я так пролистал чуть-чуть, такой смотрю, ну там типа пушка, буря, все одно и то же пишут, а это чувак, кодовое слово, пушка, буря, очень нужна Гидра, мой ID, очень надеюсь победить, почему нет, давайте им подарим, копируем айдишничек, конечно же, копировать. Теперь переключаемся на саму игру и добавляем его уже в друзья. Добавляем в друзья и, собственно, чувачок получит приз. Но вы, ребят, смотрите ролик до конца обязательно и не забудьте лайк поставить. Ну, а мы продолжаем сразу же тем, что приз-то мы подарим. Но нужно же подарить новому подписчику. Давайте сразу вот выберем приз. Приз, какой бы приз выбрать такой прикольный, чтобы необычно было? А, сейчас хэллоуинская тематика. Давайте что-нибудь к хэллоуину. Есть что-нибудь прикольное к хэллоуину? Может, дворфу вот это вот подарить? Нет, такое себе. Говнецо. Есть что-нибудь вообще прикольное в этой игре, нет? Давайте вот этот костюм будет топовый. Аннигилятор. Аннигиляторная пушка. Мне кажется, это прям сочно. Ребят, что вам нужно сделать? Быть подписанным на мой канал, вот прямо сейчас, на мой канал. Написать свой айдишник в комментарии. И смотрите видос до конца, потому что тут в конце... В течение видоса, я думаю, будет кодовое слово. Обязательно его пишите. И, собственно, все. В конце ролика вы узнаете кодовое слово. Может, в середине, может, в конце, не знаю. Сразу берем 5 попыток. Нам всего лишь нужен только набор. Других предметов нам, в принципе, не нужно. И я так понимаю... А мы не можем листать? Тут нельзя листать. Ребят, тут нельзя листать. А, и тут еще... Ой, я ненавижу эту тему, чтобы вы понимали, я терпеть не могу эту тему. Но мы выбили одну фишку. Я терпеть не могу эту тему. Кто помнит, кто тут олд, кто помнит, как я выбивал доктора. Доктора, это было жестко. Но мы сейчас по фасту его заберем, потому что тут, в принципе, делать нечего. Ну, по-братски, ты же лайк поставишь сейчас, что мы по фасту забираем. Вот лайки, вот, ребят, лайки это залог успеха. Если вы лайки ставите, то это все, это прям красавчики. Это прям жесткий, просто самый лучший. Кто поставил лайк, у того писька вырастет, там все просто будет у вас отлично в половой жизни, там что, так что все будет нормально, я вам обещаю. А мы выбьем, нет? Походу мы не выбьем. О, нифига, сразу два! Вот это хорошо, сразу два. Ну, походу мы сейчас на изи заберем, да? Да давай на изи, одна фишечка, и все, я забираю карта комнаты. Класс, здорово, мне как будто бы эти карточки комнаты ваши так нужны, просто так нужны. Да блин, карта комнаты. Давай хотя бы карточку комнат, и мне нормально будет. Вы прикиньте, я не могу выбить этот гребаный костюм. Я просто не хочу... Все, наконец-то. Я просто не хотел обменивать бесплатно эти копейки, нафиг они нужны. Я просто закину себе и все. Все, забираем по фасту, раз. Раз, пишет чертеж тут выдается. Я только сейчас заметил, что там чертеж выдается. Все, мы все забрали, а тут мы берем вот так вот. Выбрать все. Отправить в игровой инвентарь. Если вы ради Джозефины даже лайк не можете поставить, это прям, ну, пипец. Джозефина не одобряет, ребят. Так, далее. Выходили новые скины. Надо их забрать. Почему забрать, кстати? Здесь урон на гранике. Урон на гранике. Это кончено, но в коллекцию мы возьмем. Скидочки у меня нету. Раз. Открываем. И сразу... Мы сразу два скина выбили. Два скина сразу у меня? На аккаунте два скина сразу я выбил? Что? Либо что-то... Если сейчас опять я убиваю... Не. С моим аккаунтом что-то сейчас было непотребное.
просто я сам не понял, ребят, я сам честно не понял. Но нам нужно выбить тупо сейчас скинчики. Так, смотрим, давайте. Раз, два, три, так, ну-ка, ну-ка. О, эмочка есть. Остался, по-моему, только... Мы все забрали? Подожди, мы все забрали? Один. А когда я СКС-ку выбил? Дальность на СКС-ке, такая расстрельность плюс перезарядка. Кстати, скинчики красивые, но мне вот скинчик этот нравится. Хотя не дотягивает, конечно, до ужасного этого зайца. Но урон, блин, это, конечно, топово. Скорострельность минус, а там скорострельность, по сути, не нужна. Это прям, мне кажется, это пушечка. Так, по другим скинам у нас все забрано. Чего, блин, просто я такой тупой, что ли, я не понимаю. Джекпот, погнали в джекпот. У нас вышла набор озорная сластена. А по поводу Хэллоуна, ребят, может быть, уже вышел видос, а может, еще не вышел. Она у меня тут есть, но мы ее отправим в коллекцию, поэтому у меня будет два набора. Поэтому что мы делаем? Крутим раз. Блин, Хэллоуин такой отвратительный в этом году. Это просто пипец, ребят. Кто согласен, что в этом году отвратительный Хэллоуин? Поставьте лайк, напишите комментарии. Вот, я хочу посмотреть, сколько нас. Сколько реально нас? Потому что, ну что это за дела? Ну Хэллоуин, отмечать нужно. На всегда в играх отмечают Хэллоуин. Там прикольные темки, там, типа ночные режимы, все дела. Камон. Все, мы выбили. Ну, это изи было. Это, вот это изи было. Чисто в коллекцию отправляем и все. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Все. Так, коллекцию мы отправили. А, так, инкубатор у нас. Мы забрали, мы же забрали весь инкубатор. Мы забрали весь инкубатор. Алмазный джекпот мы забрали. Алмазный джекпот мы забрали. Оружейный джекпот мы забрали. Оружейный джекпот мы забрали. Осталось только колесо фортуны. А, в принципе, он у меня есть. Я хочу посмотреть, он у меня переделается в жетоны или это будет второй дракон. Я чисто хочу ради интереса прокрутить. В принципе, там недорого мы потратим. Может, тысячи две. Нормально. Раз. Ну. Понимаю. Давай. Ну остановись на крутой теме какой-нибудь, на крутой плюшечке. Кстати, а зачем мне эти вот эти улучшения, вот эти вот чешуя дракона АК-47, если они мне по сути не нужны? Хотя, пусть будут. Я выбью сегодня. Вы... Вы это тоже видели? Я, короче, не понял прикола. Блин, костюм топовый, кстати. Прям реально топовый. Офигенный костюм. Короче... Я не понял. Я думал, сейчас анимация, там все дела. Дракона ты выбил, все дела, там ты крутой парень. А в итоге... Что? Короче, я сам ничего не понял. Ладно, ребят. В принципе, все на этом. Кодовое слово будет у нас... Хэллоуин говно. Хэллоуин говно, вот такой вот, комментарий будет. Вот и все. В принципе, что, все спасибо за просмотр, ребят, ставь лайки, подписка на канал, я сам ничего не понял, ребят, я, типа, что? Чего вообще, где мой коллаж второй? Ладно, пофигу. Всем спасибо, всем удачи и всем пока, увидимся в следующем ролике, всем пока, ребят.